Всем привет, дорогие друзья, из Анталии. Сегодня мы с вами идем на водопад Дюден. Были вы на водопаде Дюден или нет, я не знаю. Напишите обязательно в комментариях. Ну а мы здесь с Айханом первый раз. Приехав на водопад, вот здесь вот находится касса. Вход стоит 5 лир. Вход. Покупаете билетик и по билетику проходите вот таким вот образом. Водопад. Есть два водопада Дюдена, точнее один. Он делится на две части. Верхний и нижний. Здесь находится верхний водопад Дюден. Есть информация. Одно из природных чудес Анталии. Друзья, немного информации. Вот в 28 километров от трассы Анталия-Бурдур есть два подземных источника. Кырк-Гёзлер и Пинар-Баши. Они впадают в реку Дюден. И далее это количество воды вытекает, большое количество воды вытекает из этих источников. Далее они уходят под землю на 14 километров. И далее они разветвляются и впадают в Средиземное море. На востоке от Анталии, вот отсюда в 40 километрах, они впадают в море. Мы сейчас находимся непосредственно на верхнем водопаде. Вот Айхан. Очень много народу. Здесь написано, что здесь есть. Также есть какая-то пещера, водопад, античное кладбище, место для пикника, кафе и детская площадка. Здесь можно выпить воду, это питьевая вода. И водопад находится в этой стороне. Вот такая вот здесь красивая речка. Сегодня воскресенье и очень много народу. Очень красивая здесь такая зеленая территория, но в тени деревьев, несмотря на жару и влажность, здесь, конечно же, очень прохладно в тени деревьев. Это верхний водопад. Там, где водопад впадает в море, мы увидим чуть позже это место, потому что там очень тоже красиво. А здесь вот эти вот источники, две речки, которые как раз выходят вот здесь вот из-под земли. Идя вот по такой вот аллее, сейчас обойдем, и вот там вот тоже очень много людей. Наверное, идем прям вокруг. Да. Вот такая вот здесь зона для пикника. И, проходя вот на другую сторону, мы продолжаем свой путь по этому парку. Внизу расположен ресторан. Очень здесь прохладно. И сейчас, ой, вода такая прохладная, супер. Почему не пить?
В таком вот красивом месте можно попить чай. Здесь стоят столики, очень прохладно у воды. И отправиться дальше в путь. Сегодня очень много народу, потому что воскресенье. Также здесь нашли вот такого вот крабика. И спустившись чуть дальше, мы уже увидим сам водопад. Не забывайте заходить на нашу группу в Фейсбуке, где вы увидите все в прямом эфире. Ссылка на группу в описании к этому видео. Айхан там делает прямые эфиры. Ну а здесь уже виден сам водопад. Красивейший водопад Дюден. Сейчас мы в нее зайдем.
Пещере достаточно влажно и скользко, поэтому надо быть осторожным. Но куда же она нас приведет, эта пещера? А здесь пещера ведет прям к водопаду. Можно посмотреть, как водопад выглядит сзади. Идем дальше вглубь пещеры. Она со спиралью там алтына kadar gidiyor. Tamam. Этот туннель идет прям до водопада. Очень красивое, друзья, необычное место. Мне очень понравилось. Поэтому, если будете в Анталии, обязательно приезжайте на водопад Дюден, на верхний водопад. Еще можно подняться вот по такой вот круговой лестнице и попасть на самый верх, на смотровую площадку, которую я вам показывала чуть раньше снизу. И мы как раз пришли в то место, откуда мы начинали свой путь. И также, поднявшись уже на самый-самый верх, можно увидеть водопад. Самого верха. Как в Алании, так и в Анталии, друзья, уникальная природа. Здесь летом можно купаться в море, находиться на пляже и буквально в нескольких шагах находится вот такая вот потрясающая природа и зелень, куда можно приезжать на пикник в жаркое время года. Ну и, конечно же, зимой, а уже ближе к декабрю месяцу, можно купаться в море и одновременно наслаждаться снегом в горах. Вот такая вот здесь невероятная природа. И внизу, друзья, есть радуга. Смотрите, радуга — это всегда к большой удаче, когда видишь радугу. Поэтому всем нам удачи!
такое вот необычное приключение на природе у нас получилось в Анталии. А сейчас мы едем на Нижний Дюден, где вода впадает в море, и получается тоже очень такой красивый водопад. Также здесь продают аджур. Аджур похож на салаталык тадыгы. Салаталык ve kavun karışımı gibi. А, похож вкус на дыню и огурец. Вот так вот его здесь продают, чистят и еще посыпают солью. Ne kadar bir tane? 3,5 lira штука. Я никогда не ела раньше. Kavun ve salatalık tadı karışımı dedi. Огурец гиби я его. Огурец дыля, а огурец гиби. Похож на огурец и немного вкус дыни. Но мне кажется, от огурца разница не очень большая. Но продавец сказал, что аджур вкуснее огурца, друзья. Поэтому с солью очень вкусно. Мы уже приехали в парк Нижний Дюден, и здесь недалеко аэропорт, и летают самолеты. И вот он, друзья, водопад, который, точнее, вот эти вот два источника, про которые я говорила вам раньше, впадают в море. Видите, здесь тоже видна радуга. Радуга – это опять к удаче. Сегодня мы с вами видели радугу целых два раза. И здесь также есть прогулочные яхты, которые плавают недалеко от водопада. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео из Анталии. Вы тоже приезжайте, смотрите все эти красоты природы. Ну, а мы сейчас отправляемся обратно в Аланию, и следующее видео уже будет оттуда. На сегодня всем всего хорошего. Пока-пока. 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 До свидания. Добро пожаловать в Турцию.